Источником экономического роста и повышения конкурентоспособности казахстанского бизнеса станет программа «Национальные чемпионы». Как отмечается и статья главы государства, участниками программы выбраны 32 наиболее перспективные компании производящего сектора, нацеленные на импортозамещение. Ожидается, что к 2020 году они обеспечат прирост внутренних прямых инвестиций в размере около 750 миллионов долларов, создание порядка 15 тысяч рабочих мест, повышение производительности труда от 30 до 50% и рост объема несырьевого экспорта до 260 миллионов долларов.